Побывать на планете Маленького принца, увидеть астероид и оказаться в кабине самолета. Накануне в Минске показали спектакль будущего. Постановка по мотивам легендарного произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Повесть «Маленький принц». Мультимедийное шоу обеспечивает маленьким ценителям высокого эффекта реального присутствия. На протяжении всего спектакля зрители переносят в локации, созданные Экзюпери при помощи оригинальных декораций. Центральным элементом постановки выступил настоящий 4-метровый самолет образца 1916 года. Это не стандартная сцена, зрительный зал, а это вхождение детей внутрь сюжета и движение по этому сюжету от начала до конца. Юля, ну наш режиссер, она в этом спектакле сделала очень много интерактива. То есть они будут с маленьким принцем бабабы вырывать, они будут чистить планету, вулканы, они будут играть с маленьким принцем, они будут знакомиться с лисом. Не обошлось без современных мультимедийных технологий. В «Маленьком принце» задействован маппинг. Создателем этой проекции является сам Walt Disney. Увидеть необычную постановку все желающие смогут также в мае и июне.